Итак, ствол новый, необработанный, но надо в кого-то стрелять. И уже пробовать надо. Зачем эта лишняя трата патронов? Куда он стреляет? У него что, серебра много что ли? Или денег ему мама дает на патроны? На кого стрелять-то? Уполз он давно уже. Сейчас только если его перехватывать. Не надо бояться, давите его, окружайте, окружайте. Ну, наполовину, половину, нормальное пробитие, на 700. А вот помогут мне или нет? Ну, покоцал-то я их нормально, причем все тяжи. Из-за того, что остальные боятся, так и выходит. Но тем не менее, все равно считаю успех то, что так покалечил столько народу. Не успел. Итак, инвалиды остались только.
Бой проигран. Ну ладно, что ж, не будем смотреть на их мучения.